31 декабря 1964 года. Значит, сейчас мы будем делать запись, посвященную этому празднику. И одновременно снимать кинофильм. Так что, чтобы не искать эту запись, так я напоминаю для себя, что здесь находится запись кинофильму. Так, скоро буду включать. Что? Нет, но Ленька спрашивает этого. Да. Да. Внимание, начинаем снимать со звуком. Со звуком кино. Раз, говори. Голос Америки и столица Соединенных Штатов. Напомним нашим слушателям, что в конце этого часа, минут через 10, программа «Радио и телевидение», в которой Олег Голконский расскажет о серии документальных фильмов под названием «Лицо коммунизма». Но сперва прослушайте короткое сообщение. Прием. Юра, скажи пару слов сюда своим тоном. Ну? Да. На севере диком скажи. На севере диком стоит одиноко на голой вершине сосна и дремлет, качаясь, и снегом сыпучим, пока крызой она. Снится ей все, что в пустыне далекой, в том крае, где солнце восход, одна и грустна на утесе колючем. Прекрасная пальма растет. Да. Сейчас Димочка поет, споет песенку про Деда Мороза. Давай, начинай. Стучи. Ах, какой хороший, добрый Дед Мороз. Он праздник елку и лесу принес. Огоньки сверкают, красный, голубой. Хорошо нам, елка, весело с тобой. Мы убрали елку в праздничный наряд. Звездочки на елке весело горят. Песенку поет. Ох, ох, ох.
Алло, 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 алло. Ку-ку, ку-ку. Говори ку-ку. Ты спаешь, что не умеешь. А что? Говорят, что я некрасивая, как? Да? Нарам, 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 нарай, нарам, 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 нарай, нарам, 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 нарай, нарам, 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 нарам.